вы видели этого парня? Возможно, видела. Возможно? Посмотрите еще. Ну как? Я спрашиваю, вы видели его или нет? А кто вы? Я? Иди сюда. Зачем? Чинь-цинь. Мы не можем делать вид, что ловим прелюбодея. Это недоразумение. Мы выставим себя дураками. Тогда почему он выключил телефон? Как будто он раньше так не делал. Всегда, когда злится, выключает. На кого злится? Нет-нет, он злится не на тебя. Не стоит раздувать из мухи слона. После стольких лет разве ты не знаешь Джинценя? Ты прав. Но его телефон находится в этом отеле. Это не дает мне покоя. Но я слышал, что отели обычно покрывают гостей. Так просто ничего не узнаешь. Хорошо. Сделаем это под прикрытием. У тебя ведь есть опыт. Если что-то случится позже, командуешь ты. С чего это у меня опыт? А мы местные клиенты. А вы на обед или останавливаетесь? На обед. Обед. Видишь? Шурин и женщина. В комнате 1001. 1001? Разве вы не водитель? На полставки. Я попросила помочь с багажом. Молчи! Это сговор! Чувак, то, что она сказала, правда. Ответь! Если ты помогал, почему прятался в туалете? Поверите, если я скажу, что использовал его. Ты? Откройте, откройте дверь! О нет, моя жена! Я знаю, что ты там! Ты бесстыжий ублюдок! Ты та маленькая лиса, покойники! Быстро откройте дверь! Иди сюда! Помоги мне! Держи! Это ерунда, недоразумение, давай! Открывай, я знаю, что ты там! Ты бесстыжий ублюдок! Я изуродую тебя и эту лису! Ломай дверь, я заплачу за это! Этот номер? Точно, 1001! Лови его, не дай ему уйти! Давай, заходи, сестра, заходи! Выходи, ты старый ублюдок! Старый ублюдок, вылазь оттуда! Дорогая, больно! Взять его! Дорогая, дорогая! Дорогая! Госпожа! Охрана, охрана! Драка в номере 1001. Драка в 1001. Быстро туда. Что происходит? Отпусти меня! Это не то, что ты думаешь! Заткнись! Идите и посмотрите все! На лисицу и этого плейбоя! Они разрушают семьи! Я его даже не знаю! Мы с тобой разводимся, ты не получишь ни копейки семейного состояния! Бежишь? Стоять! Остановись! Ты как? В порядке? Больно. Никто из вас не верит в меня. Чувак, я в тебя верю. Это все Чинь-Синь. Прости, я больше не буду тебя подозревать. Синь-Синь. Ты так сильно пнула того человека, нога точно болит. Если что-то подобное случится снова, будь аккуратней. Поняла? Алло? Да, кто это? Опасное вождение? Невозможно, как это могло произойти? Эй, обслуживание клиентов, опасное вождение, как такое может быть? Мы бы никогда такого не позволили. Мы всего лишь пропустили несколько глотков в обед в этот день. Немного, всего несколько глотков. Я волновалась за него, поэтому я поехала за ним. Вождение не может быть опасным. Не слушайте ее, я... Алло, алло.
Похоже, таксистом я не буду. Это здорово. Ты можешь пойти работать на Лао Чень? Синь-Синь, я устал. Давай поговорим об этом в другой раз. Синь-Синь. Почему бы тебе просто не работать на Лао Чень? Я уже говорил об этом раньше. Я хочу начать свой бизнес. Я не хочу получить работу с помощью моей девушки. От нее я хочу лишь ответной любви. Не переусердствуй с этим. Я просто признаю твои способности и думаю, ты станешь хорошим помощником моего отца. Послушай меня только один раз, иди работать на моего папу, хорошо? Ну, пожалуйста. Не могу. Я больше не буду с тобой разговаривать. Почему бы сначала не сказать «да», а потом найти другую работу в качестве оправдания?